По мнению спасателей, самое опасное место для купания – Селенга, а именно участок от острова Богородский до Сотникова. Здесь чаще всего тонут люди, при этом не только дети или пьяные. Погибнуть могут даже сильные и трезвые. Например, Александр занимается спортом, ходит в горы, но его жизнь чуть не оборвалась трагедией на отдыхе с друзьями. Там был плот, где отдыхают, загорают, и мы решили туда скупаться, сплавать точнее. Там тоже чуть-чуть отдохнули и решили обратно плыть. Как бы сил было предостаточно, мне на тот момент казалось. И где-то на середине меня начали силы покидать, и я начал тонуть. Были мысли, то, что это все, конец. Ну, как говорится, вся жизнь перед глазами промелькнула. Александру повезло, в нескольких метрах от него плыла родная сестра. А я сам не смог ничего, ни крикнуть, ничего. Просто она увидела, то, что я ко дну иду. И все, она начала кричать, и кто был рядом, ее парень, там еще люди, все прыгнули, меня вытащили, слава богу. И все, я просто потом сидел такой, в поникшем состоянии, даже как бы не сообразил, что случилось. Не менее опасна и уда. Из-за скорости течения, обрывистых берегов, неровности дна и ям в ней запрещено купаться. На участке реки в районе Трубачеева уже тонули люди. Здравствуйте, мужчины! Здравствуйте. А вы знаете, что здесь запрещено купаться и опасно для жизни? А кто купался? Мы сидим. Вы слышали, что опасно? Ну, ил, чтобы, конечно, мы знаем. Мужчина хоть и не купается, но был свидетелем трагических случаев на воде с его знакомыми. Вообще происходило, почему? Ну, хуй напьются, лезут в воду. Я вообще не знаю, зачем в воду залазят люди. Ну, жарко, судьба, спасается, слишком жарко. Нет, судьба такая, значит, у них умереть от воды. Хозяин воды забирает, значит. Ну. То есть предотвратить нельзя, если человеку предотвратить? Если уже как, конечно, если все написано уже, все. Сколько тебе прожить, столько проживешь. Большинство пляжей планируют открыть лишь с 1 июля. До этого времени купаться в реках города запрещено. Однако люди все равно продолжают это делать на свой риск. Далеко не факт, что вам смогут помочь, как Александру. Поэтому подумайте несколько раз, прежде чем заходить в воду в местах, где это делать попросту опасно. Валентина Цыбикова, Жаргал Цырендашиев, Новости дня.